шестой серии турецкого сериала «Моя левая сторона», который выйдет на экраны Турции 7 января, мы увидим следующее событие. Отношения между Селимом и Серрой развиваются со стремительной скоростью, и в учебном учреждении это становится повесткой дня, так как все только и занимаются тем, что обсуждают влюбленную пару. Сами же Селим и Серра получают наслаждение от совместного времяпровождения, и все это происходит на глазах у Бриджик. Она не собирается мириться с подобным положением дел, и поэтому решает предупредить Серру, чтобы она сильно не увлекалась такими романтическими отношениями. Бриджик уверена, что это ненадолго, и совсем скоро Серра пожалеет обо всем. Серра очень счастлива, и ее переполняют чувства, которые девушка не в силах сдержать, и решает признаться в своей любви Селиму. Сам же Селим отвечает взаимностью, и рядом с Серой он стал совершенно другим человеком. Его больше не переполняет гнев, и он чувствует себя по-настоящему счастливым. А Сена начинает искать человека, с которым Исхан втайне от всех общается по телефону. Она должна как можно скорее узнать, кто это. Бриджик стала понимать, что ее разговор и предупреждение никак не повлияли на Серру, и тогда она намерена воплотить в реальность свой второй план. Приблизилась день рождения Селима, и Серра стала готовить для него сюрприз. А мы напоминаем, что шестая серия турецкого сериала «Моя левая сторона» выйдет на экраны Турции 7 января. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.